наружу. Торможу. Хотя ты не особо профит. Контакт. Meet this head work. Контрактовали, блин. Какой-то контракт появился на это. Так, вижу этот самый транспортник. Какой-то крутой, цени. Или кажется? Я сзади вообще. О, появилась! Чувак, садись за турельку. Вижу. Хочу посмотреть, как это. Вперед переводить, у тебя лоб попадает. Зайдем к нему. Пиньяко. Ха, не будем стрелять, кто-то вообще пиздец. Походу движки ему выпили. А где он? Он внизу, подо мной. Сейчас выйдет на тебя. Взрывайся уже, сколько можно. Выйди на оружие, маленький чувак. Бля, не могу я. Всё, минус. Так, где-то еще был один. Бля, нам крыло выбили правое. Нет, смотри. Попокоцано. Сильно покоцанный, тесно. Но пока стоит. А ебать, треугольник вообще наверх. А меня до нее не добивает. У меня что-то в разные стороны лазер. Да, я видел. Значит, нормально. О, мне сразу карасель поднялась. Ну да. У меня, я говорю, что ты медленно стреляешь. Я походу от него это захватало. Аааа! Куда он делся? Ты, кстати, цели-то выбирай на этот, на лайк. На эндрус. Я когда выбираю, по-моему, проще стрелять. Не выбирайте нифига. Не выбирай. Я выбрал, кстати, цель. Я на сверху здесь, блядь. Гнабим, пацана. Блять, зацепился. Нормально нахуй дал. Я вижу, вот сзади. На. Ездай. Ебать, кусок от него отлетел. Так, где еще? Бля, вышел. От него куски летают. Так, почти что еще где-то впереди. А, не, все. На радаре вроде чисто, больше никого нету. Ну да, только этот чувак есть. Полетим к нему. Ну че, чувак, мы тебе помогли, теперь делись грузом. Constellation Andromeda как. Не хочешь его облазить вести? Сейчас, да, вот как раз я и думаю об этом. Ну как весь, наверное, выполнился, я думаю. Не выполнился еще. А что пишет? Не знаю, ничего не пишет. Protected civilian from hostiles. Hostiles. Что за hostiles, блять? Блять, это нажал. Как там было, блять?
Ну-ка. Ты байда. Жлюканул, блядь. Я в не удивился. Может по нему залп дать? Ничего. Километр до какой-то цели я вижу. Но это не он, а может он. А, сзади, слушай, сзади что-то появилось. А, да, сзади да, есть, да. Вон он. Да я говорю, что... Упаша. А у меня появляется даже дановидение. Типа такая, как показывает, таким упреждением, блядь. Когда я таргет убираю, попробую на вай наткнуть. Я отведет по треугольник. Не, вообще-то не делается. Ну а попробуй ракеты его взлететь. Он взорвался. Ему хватило. Рожки до ножки от него остались. А теперь. Следующего раунда. О, все, исчез, исчез. Ха-ха, прикольно, я видел, как транспортник исчез. Просто в воздухе сидел. Бля, а чуть-чуть так... Какой-то розыск на... сразу по мне. Может, на то залупало как-то. Не знаю, но квест исчез нормально. А что там красный чуть-чуть? Это остатки. О, какой-то... А, еще опять алерт на косе. А какой-то еще Майн Тетейнс. Removal Service Needed Scrap. Наверное, надо это привести скрепом. Мерсенария. Блокаут. 50 минут. Не знаю. Ладно, опять надо GNX, надо Хекс, GHX лететь. Угу. Човен за sleep everybody the clank. Может попробовать? Нет, за что-то расколбас пошел. Надо выйти с прорыва. Так. Дайте посмотрю, сколько у меня не бабок отсыпали-то. Ну подумай, куда же дальше. А, бля, открывайся. Вот тупая хуета. 3700. Ха, неплохо, слушай. По косарю да, закрыть. Может починиться, да? Слетать там же. Да, я думаю, можно будет там починиться. Если куда-то полетим. Ну, можно, да. Mercenary Blackout. 500 хуйни. I'm sure you heard the rumors, but arrest have spiked around the chest. Да, какой-то типа. Вот ты слышал слухи об аресте какой-то GHX, типа арестовали Crusader Security. Вот этот Crusader Security какой-то show and the up the jobs and sweeping everybody the clean when. Да, возьмем чё. Своих дик минус. Русек was waiting, блять. Она исчезла, прикинь. Да, я типа взял его. Не исполнить ты. Не обычек ту. А в генерале не появилось тут? Не, в генерале, кстати, вот появляются квесты. Чё там? Вот этот алерт. Это, кстати, в генераль бер. Ох, нихуя себе, на 14 тысяч какой-то появился квест, прикинь. Где? Он, блядь, дистанция 21 миллион километров. А, исчез, прикинь. Все, блядь. Его, походу, кто-то взял. Там какой-то со звездами квест появился, прикинь. Наверное, квесты для своих. Жесткая хуйня. У тебя есть какие-то большие нарезки? Не-а. Так, ну чё, я вот этот взял квест, дай посмотрим, чё. Accepted. Да, у меня куча на деливеры какие-то. И куда лететь-то? Ага. На Crusades. Странно, это всё работает, конечно. На Yella какой-то спутник. А, даже не на спутник, а на... Какую-то ну, эту залупу. Во.
полетели. На залупу. Ну чё ж. Тупо на залупу. Может, тебе надо было сделать квест с этим, с ящиком, блять. С ящиком. Тебе нет там квеста ящик? Да не. Найти. У меня есть, кстати, может слетать-то. Бать, то ты летишь. Да, я. Кузов, блин. Блять, ты шпаришь, да? Полетели. Ящики, я тебе говорю, самое то, блядь. Нужно гангать. Есть такой на ящике, короче. А прилетает, это такой хуяк, короче, из астероида прилетаешь и в жопу, блядь. Бля, не прыгает. Game User Gainted. Ну и чё ты не прыгаешь, прась? Чё какой-то левел, стоп, левел. Чё ты пиздишь? У тебя топлива-то хватает, нет? Может, надо закрыть окна, у тебя окна открыты. А, ну давай закрой всё. Колосс. Закрыл. Не все равно. Начинается, да? Ну что, оно из этих астероидов и не вылетало. Не прыгало. Может, тебе надо на ближний прыгать? Ты просто Г нажми, типа там, или что-то, Б. У тебя будут какие-то зеленые, типа, точки рядом? Там же, типа, он все показывает, когда, типа, нажимаешь. Давай попробуем вот на эту планету просто прыгнуть. Чё? И он так показывает. Может, здесь... действительно в астероидном поле делаю. На станцию. Странно. Странно, непонятно. Моя не понимать, почему он не прыгает. Не хочет прыгать. Давай, я попробую. Ну что, я понял. Rocket Jump. А, смотри, получается этот самый... А Crusader для меня тебе красный этот самый. Может, я разыскиваюсь там, поэтому не прыгает. Не, он красный, потому что запрыгнуть не может. Так-то всем похуй, что-то не может. Ты ищи зеленую точку. Так зеленая вот она, прям передо мной. Там же около него. Ну, она должна типа таким ромбиком быть. Да. Давай я попробую. На пап, попробуй. Я тебе посоветую просто. Прыгни, попробуй на Crusader. Мало что тебе. А ты уже. Блокаут, что за блокаут? Так. Да, кстати, у меня Crusader тоже типа, блядь, красный. Славили люлей. Вообще это странно. Не прыгает почему-то. Вообще никуда не прыгает, самое интересное. Да только Crusader. Клин он руту, блядь. Ой, блядь, кто нашел, сука, ебаный яич. Я не знаю, может, действительно надо вылететь на хуйню. Так куда лететь, в какую сторону, блядь? Блядь, я тут не пошел.
А, мне кажется, надо закругляться уже, на сегодня хватит. Садись, корабль, чтобы повоевали. Да он, что я его закажу из этого. Заранее зайдешь. Ну, у меня теперь деньги есть. 3 косаря. 4 косаря набили. О, можно прыгнуть, короче. Да? Правда, конечно, не на этот. На похуй куда-нибудь. А оттуда еще куда-нибудь прыгнем. 8.32, ебать. Надо не поближе, блядь. Я сейчас прыгну 40. Давай сюда, вот тут вроде недалеко. А куда тебе надо-то? Мне на один из спутников Крусайдера Юна какой-то. И там тоже какое-то поле астероидов, я так понял. Че, не прыгает? Ну, сейчас, сейчас. Quantum drive is now on. Ого. Блин, я просто не хочу на дальний прыгать. Вот сильно далеко было. Ну а ты попробуй что-то. Давай. Спускайся. Работает так-то, блядь, в принципе. Ну да, если работает. Ну там надо Б нажимать как. Нажимать. Попробуй. Там просто не везде можно прыгнуть. Вот, я не знаю. А у тебя можно, кстати, посмотреть, может, у тебя топлива мало? А где посмотреть-то топливо? Да, F1 нажимаешь. А, подожди, нет. Где хуй зайди? Evil, level, PvP, out. Чем непонятно? 02, трек, 98. Давай, ладно, попробуй прыгать. Где топливо посмотреть? Интересный вопрос. Это, наверное, топливо костюма имеется в виду, да, это свит статус. Возможно. Да. Заправляться, блять. А где можешь посмотреть? Куплю на корабле-то и понял. Ну ч, сейчас-то прыгнет? Ну ты Б зажми, у тебя появилось, нет? Это всякие возможности. Нифига, тут туда все равно не прыгает. Так ты куда-нибудь прыгни, говорят, типа по пути. Тебя просто надо, нельзя туда прыгнуть, а в другое место. Бывает же такая хуйня. Так, хит. М. Ир какой-то, блять. Че это? А, это на показателях. Ну, а где мне посмотреть? Сука, это что за цифры вообще, нахуй, блядь? Давай сюда, не знаю. Ты еще туда. Че, никак? Да пытаюсь выбрать, куда прыгнуть-то. Вот так, например. И чё? Где точка-то? Вот она. Мне вообще глухо. Давай я, ладно, прыгну. Давай я на уверал прыгну и все. Хрень какая-то. Прыгай куда-нибудь, давай. Нихуя не хочешь, чё? Ну давай, ладно. Выпрыгни. Попробуй куда-нибудь. Он нажимает 500 раз ту хуйню, блядь.
Прикольно, только еще вверх подъезжает на колесиках. Зачем, спрашивается, лишнее телодвижение? Не говори, уебывается больше, блядь. Ну, блядь, давай, выбери это. Нихер, блядь. Выбери это дерьмо, выбери его. Вот так. Сейчас взлетим, нахуй. Че, на Крусадер далеко. А там уже сделать что хочешь. Quantum Drive is now on. Корабль трещит по швам. И собственно что? Открывай калитку, я хочу дышать, воздухом свежим. Хочешь гиперпространство подышать? Да, хочу гиперпространственной, блять, свежести подышать. Морда так, знаешь, как собака. Я вижу, как ты там бегаешь. Все хорошо. Страшно, сука, ёпта, значит. Попробуй отсюда прыгни, если. Так, давай попробуем сейчас. Попробуем. Еще как попробуем. Так, где у меня там квест-то был? Мне нужна базука, блять, в Far Cry в пятом. Я буду такой, типа, изнутри стрелять. Но сводиться ракетой. И пш-пш-пш. Да снайперку какую-нибудь сверхмощную, баротку. Я буду, знаешь, типа, корабль пролетает, и меня бам! Прыгнул, сел, давай ругай. Так, ну чё? Короче, я спать. Так, где точка? Точку дайте мне. Вот она точка. Жалко, вот нельзя, короче, всякую хуйню делать в постели. И себя трогать там. Себя трогать. Ебать, какие мысли. О, чё спрыгает, слушай. Место было проклято просто. Ну нах! А я спалю, мне все равно. Что-то все трясется, только страшно, что. Опа! Там был магазинчик зайти на пас. Сейчас зайдем. Денежку потратить. Или корабль починить. Надо, короче, нам на этот, на порт. Так, теперь сюда. Жалко, вот иллюминатора нет. Иллюминатор. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Бля. И опять не прыгает. То вы издеваетесь, блядь. Тысячи километров лететь, прикинь. Не, ну должен прыгать. Надо просто выбрать. Двойку там, короче, клир, сетр поставишь, и когда она такая прям будет толстая линия. Да, сейчас, ну-ка. Set root. Давай. Я так, по крайней мере, делаю. Выставил. Ну и чё? Он даже сладиться не хочет. Может, планет мешает? Может быть. Пацаны, ну что опять-то, ё-моё, тысяч километров. Ещё до хуя чё-то, давай я, может, попробую. Разбудили, Варнинг, чё-то гидроген фуил 75, прикинь. Да? Кислород Давай. Заканчивается? Ну, у нас топливо заканчивается. Фуил, да, топливо. Так, ну мы да... не посмотрели, какая тут планета пиздатая. Ну да, давай попробуй ты прыгнуть. А у тебя же не будет показываться, куда прыгать. А, или будет? Не знаю. Посмотри, моя метка стоит. И стоит. Надо туда прыгнуть. Прыгать туда.
Ну, 75%, а что это значит? Тоже интересно. Чуть стоит вроде. Стоит и не видно. А, стоит, кстати, да, я могу прыгнуть. Ну давай. Походу, чисто твоя фишка, чувак. Не можешь прыгнуть. Ну так все гони. А что это за место, знаете, Ум-1? Блядь, давай. Че там, блядь? Че, подпрыгнул? Ну да. А че тут, короче, че-то какая-то хуйня? Не знаю, ну-ка попробуй выйти. Дай посмотри. Сейчас мне показывает вообще 900 метров. Грим Хекс, а куда тебе надо-то, блядь? Да хуй знает. Я что-то подпрыгнул, по-моему, новая точка появилась, блядь. На, смотри. Сейчас посмотрим, где мы. По-моему, я подпрыгнул, и она исчезла. Бля, выпусти! Сейчас, подожди. Ну-ка. Ёбаный банутый корабль. Садимся. Нихуя, я стрелять могу? Стрелять можно? Это ты стрелял? Это я, наверное, стрелял. Ты, наверное, стрелял. А я кнопку тоже жму, бля, я хуй стреляй. Ну ты... Твои метки, кстати, остались. Ты выпрыгнул, да, но... Там две новые появились опять. Ну вот она. Грим Хекс. Куда дальше-то, бля? Так вот. Все на движке, блядь. О. Давай. Прыгай туда, куда надо. Опа, подлетели. Хуяси, блядь. Стрёмно нахуй. Нормально, 20 километров. Сейчас посмотрим, что тут делать. О, вижу какого-то хуйса. Где? А, вон, зеленый горит. А. На Ай попало, можно его выбрать поставить? Опять скример дестроит это. Блять, как она выбралась? Че, издеваетесь? С чего начали, с того и закончил. Сохни! Может просто ебать, да? Что там показывает? Слушай, а тебе показывают? Какие-то трехуни показывают. Да, какие-то галочки показывают. Что это, корабли? Не знаю. Аккуратнее, подопились ты сейчас. О, weapons онлайн, офлайн, да. Ну да, да, это корабли. Да, это походу эти игроки другие. Тут тоже не знает, что делать. Бля, не знает. Спроси, ёпта, я не знаю. Ну ладно, сядем, все сядем тут, какая нам разница. О, улетает. Давай нападем. Блять, тебя не стреляет. Так вон все полетит, а мы за ним. Да ладно. Ну как хочешь. Так, чё? Я бы ПВП построил последний. Единственное, чего ты говоришь, блядь, можно делать ПВПшца, блядь. Я даже обычно вообще не лезу, блядь. Я просто от безысходности, блядь. Садись там. По-моему, все попадают посадочные площадки. Я тогда на Черкизон схожу, блядь. Бля, чё не выбирается ничего? Да, я по-моему ты уже, блядь, устал. Ничего не получается, чё-то. Я посижу, короче, на сидушке, подожду. Всё. Посадит. Дали добро. Ой, бля, нет, не так же резко. Аккуратно. А, надо это, шасси выпустить, чтобы не так резко набирал скорость.
Все. На выход с вещами. Ебать, не корабль, блядь. Прошу на выход, уважаемые. В смысле, ты не сел еще, блядь? Как я не сел? Я сел. Ты сел на другой корабль, блядь. Ебать, нахуй. Что это такое? Как так? Не... Охуеть, у меня где-то вообще в это висит. Да, у меня в воздухе тоже, но он сел. Ну-ну. А тебе сказали, что ты сел, короче? Да. Типа лейнинг комплит, блядь. Да. Ебать, ты сел. А как мы обратно пойдем, блядь? Хорошо, вопрос. Залетим. Страховка от дурака. Ты, конечно, мастер, блядь. Че, посадка вообще от бога. Ты закрыл дверь, да? Да. Ну и все. Ну и в рот ебись оно. Да, это смешно. Ну-ка, а есть повреждения на крыле? Должны быть. Не, а у тебя было в прошлый раз прям пол крыла не было. Ну там у меня было. Не, у меня уничтожили. Да. Блять, что такое? Крыло, дверь нахуй. Джиммеры здесь какие-то искать нахуй. Я бля хуй нахуй. Это флага, это уже игра, блядь. Последняя. Скримерс Дестройер. Опять эти Скримерс Дестройер. А, почти на Черкизон. Ебанутый какой-то хуйня. Пацаны, где у вас тут Черкизон? Ебать ты какой-то лютый чувак. Странно, что оружие запрещено. Тут поддерживает безопасность. Нихуя ты модный донатой. Это что, это на улице надо выход? На улицу? Ну или хуй знает, не знаю. В этом мужик спит прям тут, ну. А почему, собственно, и нет? Или не на улице? А, на улице, ну, по-любому. Вот ты играешь, чем больше играешь. А вот они, кстати, терминалы кораблями. Ага. А ты чинил через терминал? Нет, там на корабль заходишь, короче. Надо было на корабль зайти, F1 на. Ну через это, через коммуникатор. Смотри, в коммуникаторе предпоследняя перед квестом. Там Ресток, Репер. Тебе надо вернуться. А может и сейчас ты можешь. В общем, я вызвал корабль, да и все, пускай. 15 минут, да. Мы как раз 15 минут будем бегать. Он тут. Он тут, но он не сел. В смысле, вон он, как ты его вызвал? Поехали вниз. На Черкизон зайдем. Ты едешь? Смотри на корабль. Ну, что-то интересно стало, что с ним случилось. А он исчез? Не знаю. А, нет его? Не, он стоит. Да-да-да. Он по-прежнему находится в своем странном положении. Ладно, все придумал. Ну, короче, надо было на корабле такой. А ты не можешь сейчас сделать? Могу, все нет. Ну попробуй. Нажми, сколько тебе будет стоить там заправить? Ну это на корабль зайти? Не-не, прямо здесь, то есть именно. Не заходя на корабль. Ну нажми, через единицу предпоследнюю. Последнее, ага. Там где, знаешь, этот нарисован. А что-то ничего нету, но not available. А, вот там. А может тут и не пойдет? Ну тут или на корабль на. Или тут просто вообще нельзя, в принципе. Может быть. Ну давай. Поехали. Черкизон ждет нас. Мужик, где у тебя тут эта хуйня? Я не знаю, блядь. Блять, нормально, походу, вообще. Я вообще похуй, блядь. Так а, да похуй все. Да. Ну, если бы у меня был пистолет, ему бы не было. Приставил его, блядь, тупой башке.
Я прострелил ему очко. Ебать, у меня лагает. По-моему, чем дольше в игре находишься, тем больше лагает. Оперативно все забилось, хуя. Забилось, ну почистить, блядь. Так, и куда идти-то? Где он был? А, вот он, вот он. Это он? Тут много магазинов надо сидеть. О, вот он, черкизон нашел. Футболочки. Футболочки стильные. Они догружаются, это рисуночки. Ботинки, вот и ботинки хочу купить. А ты там все носить не сможешь, не? Не знаю. А куда их покупать, ботинки? На планету, что ли? Сейчас и посмотрим. 200 баксов стоит. Ты лучше патронов купи себе на основе, блядь. Хоть можно на бардашку полезаешь. Так, я скорее всего мы не вернемся. Да. Дай попробую ботинки одеть, что будет. Тут же можно ходить? Блин, я хочу оружейку найти. Такого, блядь. Да, прикольно, у них тоже каюты есть. Я каюту нашел, где типа игроки должны резать. А, да, я знаю. Я видел, я находил. Маленькие, блядь, халупы. Этих тут много. Какие-то эти, блядь. Знаешь, я не знаю, чем даже сравнить. Типа как контейнеры какие-то с дверью. Вот, цицит, чувак, на меня, иди сюда. А ты уже убежал? Я тут. Где? Да я в этот, в секонд-хенде ебаном. Чего? Новый бот у тебя? Что-то не видно. Сейчас, подожди. Я разделся, я костюм снял. О, вот они боты новые. Мужик, сука, блять, рассказывай, где он нахуй жемер. Сэф Квип. О, блядь. О, ебать. Как тебе? А чё, типа, если ты выйдешь от гибертизации, то сдохнешь? Ну, наверное. Надо проверить. Интересно. Прикольно, оп. Прикольно. Так, а как Старовка. Там посмотреть на себя? N, по-моему, или как? F4. А, F4. О, блять, стильный. Стильный ходит мужик. Ебать, мужик там спит с ними, блядь. Где? Вон там. Там лежанка его, блядь. Не вижу. Ну вот, налево, блядь. Видишь, под этой, блядь, под решеткой. По трассе лежит, блядь, и журнал. Ага. Где хлама, блядь, спит, нахуй. Че, можешь ну, реально какую-то футболочку прикупить тут? О, плащи же можно купить. Почем плащик? Еще магазин. Плащик. 900, не, нахуй плащик. Я лучше все пушку купил. Есть тут оружейник? Оружейник был, я видел. О, я G-Hex какой-то нашел. Магазин, что ли? Бегу к тебе. А, ну тут это продавать, короче, добро. А что можно купить? Блядь. Что тут можно купить, чувак? Мне ничего не зря купить. У меня нет корабля. Сейчас посмотрим. Бай. Total Cargo Space Filters. Вот. Да, это вот это G-Hex, типа торговая компания. Не знаю, ничего не нету, нету. Вообще бомжи что-то, блядь. Прайс. Это какие-то не очень уважаемые. Металл. Вайс. Газ. Минерал. Значит, ничего нет у них. Даже еды нельзя купить. А это пустой магазин какой-то. Ну, блядь, такая вся станция. В общем, бомжи на бомжовой станции. Да, у которых какие-то скриперсы надо ломать. Потому у них нихуя не работает. Шиперс, хуиперс, блядь.
такие, как я, приходят и ломают им. Это прям мусорка, блин. Это на улице, не на улице. Тут что? О, магазин! С чем-то нашел, не знаю, что это тут. Или это вообще магазин? Лево, я забегаловку местную нашел. Бар типа. Тут нет никого. Как в этот бухла, чувак, иди сюда. Халабуду нашел. Power off. А этот с бухи. Тут почему никого нет. Да хуя всяких бутылок, блядь. Тут даже This terminal is experiencing technical difficulties. We apologize for any inconvenience. Там, кстати, еще режимы есть, которые можно попробовать. Ну, это такое. Ну и чё, по кругу прошёл? Мистер Черкизон. Аля, ебать, он кепки продаёт, прикольно. А, у меня квест скинулся, кстати. Кепка пидорка. Опять этот. Пальто какое-то продаёт. Бабушкино, наверное, пальто. Бабушкино. Но ты молодец. Че, попробуйте выйти на улицу? Я выхожу. А, он задыхается. Да? Да. Закрывай холодно. Умер? Нет. А хп отнялось? Не знаю. Ебать, хуйня. Но я не стал сильно долго там стоять. Бля, бомжатская контора, блядь. Даже деньги некуда потратить. Нет, тут стволы были же. Тут эти, помнишь, мы смотрели костюмы. Да я найти не могу, я вот хожу. О, бля, мужик какой-то приехал. О, уехал. Тут мужик какой-то, видел его, нет? Да, в плаще. Это игрок, кстати. Да. Так, да, скорее всего, на втором этаже где-то тут контора будет. Чё тут? Опен. Блять, вообще. Ну там что-то опен. Жопен, блять. Опен. О! Оно, чувак, иди сюда. Ты где? А сколько будет стоить? Ну да, только чест. Цитадел коры, а, он 4300. Ну, бля, у меня нет. А это вот, кстати, дешевая, 1000. А вот они стволы, кстати. Ствол почем? 3500. Есть патроны, которые на твой ствол? А где бы их поискать? Да вот они лежат, патроны. Вот это гранаты. Вот это обойма есть. Но тебе надо посмотреть, что за ствол, я аж понял, что брать. Сейчас чекнем. Девастатор Energy Shotgun. Наверное, у тебя, кстати, такой. Девастатор Energy Shotgun на тот. Блин, мне нужно костюм одеть, чтобы это. Так, Weapon. Да. Шотган. Девастатор Energy Shotgun. Бонни Варт. Light Machine Gun есть. Так, и патрон для шотгана, где? Вот эти. Cultural Gun Night Stalkers. F5 магазин. Магазин. Баллистик СМГ Night Stalker. Ну-ка, подождите. Потащите. Не ждите никого. Ждите. Так, Weapon. Богатей пришел. Да? Бля, а как понять, какие для него патроны? Ну, наверное, так же называется. Магазин size 20. Вон, я на LH-86 у меня был пистолет.
Ну ладно, давай я в группе зайду, я посмотрю, есть? Да. Yeah. Олег будет, не будет? Ну, давай. Я же не вижу смысла спать. Заодно я буду на главной станции, там магазин. Бессмысленный контент просто есть. Мир меня угнетает. Где играешь, играешь, блять, а чё нахуй? Чё-то сказали, шип сторич, что-то там, блять. Тебя матюком послали. А если купить только одну бронь, например, или один наплечник? Не знаю. И одеть. Без понятия. Давай попробую куплю. Косарь стоит, давай. Так, ну чё, я купил. Так, тебе нужно переодеться, да? Бы чувак модный. Оделся, разоделся. О, появилось, слушай. Чё там у тебя появилось? А, не. Я не понял, чё у меня появилось. Чё у тебя появилось? У меня тут 3D броня появилась. Бать, ты от меня, короче, знаешь сколько? 71 тысяча километров. Довольно, кстати, близко. Космический мир. Ну, эта игра, она типа, блядь, для этих. Для состоятельных, блядь, буратин, нахуй. Да, ну, я купил третий костюм, но получается я не броню прикупил, а просто костюм какой-то. У меня 3 костюма. Странно. Одеть. Вот, давай шапку оденем. Армор. Тут что? Ну, что-то не пускай, что. Нет, надо одеть вот этот, например. Да, походу, кстати, проебывается, блядь, оружие, если, короче, все убивается. Ну, новое надо покупать. Странно. Сталик ко мне так и не вернулся. Блин. Ха! Я на себе примерил костюм. Какой? Ну вот этот, да, вот. Может, да, да. Е, крутой. Да спору нет. Ладно. Чё, закругляемся с этой хуйней. Ничего, последний раз. Да, чё, завтра все до 30. А, ну 30 еще завтра. Ну завтра же, ну, нахуй. Это, про это я говорю. Значит, можно удалять? Да. Нужно. Будем ждать, когда следующие эти самые халяву дадут поиграть. Возможно, оптимизируют. Не, ну я могу сказать, прогресс есть. Контента завезли, оптимизировали. В прошлый раз, когда я заходил, там такой вообще логодром был, и вообще пиздец. И одна локация какая-то была, один город вот этот какой-то где-то, блядь, не знаю вообще. Даже, если даже так, не вот это вот хуйня. Я тебе так скажу, они еще подождут, блядь, лет 5. И перестанет лагать. Потому что всех компьютеров обновятся. Да ты должен, если обновится, он у Димы, лень. С крутым процом. Ну еще через 5 еще мощнее будет, чем ничего. Ничего оптимизировать не надо, надо просто время ждать. Работает. Понятно все.